награды. Воспитанники Челябинской школы традиционного карате стали рекордсменами первенства Европы по количеству завоеванных наград. В активе южноуральских спортсменов 7 медалей. В течение 2 дней в столице Франции состязались сильнейшие каратисты из 23 стран Старого Света. В каждой категории за победу боролись более 50 спортсменов. Так, среди южноуральцев чаще всех на пьедестал поднимался Игорь Астраханцев. На его счету 3 золота и 1 бронза. Мы уже 4 года ездим подряд на чемпионаты Европы и никогда еще не возвращались без медалей. За счет хорошей подготовки и, конечно, помощи тренеров и родных, что тренера нас тренируют в течение всего года, готовят очень хорошо к соревнованиям, а родным за поддержку моральную дома. В общей сложности южноуральцы завоевали 7 наград, причем 6 из них высшего достоинства. Помимо Игоря Астраханцева, медали с отливом золотым добыли Ростислав Збриский и Артем Хамадинов. Самую яркую победу наши каратисты одержали в командном ката. Ближайшие преследователи российских спортсменов, бельгийцы и немцы, остались далеко позади.